Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Color Steam. И сегодня у нас Spammel Party в компании со Смокером 59, Квазаром и Ликсаром. Квазар и Ликсар — это товарищи у нас новые на канале. Кому интересно, можете познакомиться с ними поближе на их каналах Twitch либо YouTube. Ссылочки будут в описании. А мы начинаем. Блин, у меня на этой карте вечно два выпадает. Я вообще последним. Вот, видишь, где сундук? А, не, у меня не два. А, это у тебя, кстати, два выпало. Да, да, да. А, ты первый ходишь, у тебя 9 выпало. Видишь, вот это вот, Саня, да, блестящая, да, такая хрень была, она... как бы показывает направление, в какой стороне этот сундук находится. Ну, примерно дорожку. И по ближайшему направлению лучше. Ну да. Херакс и нет человека. Нет, там не человек был. Там был компьютер. Да, тут вот еще всякие бонусы там выпадывают. Кто-то еще сейчас. Пойду-ка я лучше вот так вот. А что-то не туда пошел у меня. Да, он туда не пойдет. Есть только направление движения. То есть ты, получается, большой шаг, большой круг сделаешь. Ну, нормально, Володя. Обгоняешь, обгоняешь. Ну я буду точно выполнять эту же опять смертельную клеточку куда-нибудь. Сейчас, Стасик, смотри, 9 выбит. Стопудово. Стримером подкручиваю. Но... Нет. Нет, он тебе ключей подгонит. Пошек. Да фиг с ними, с ключами. А, нет. Ты что, на ключи сделал там, что ли? Нет, на кровь так. Так, разборки в сарае. Да, короче, я здесь проиграл. Да ладно, чё ты начал? Ну, у меня плохой. Чё, типа 2 на 2? Нет. Нет. Типа все против всех. Пук. Ах ты, сус, сильный какой. Чё-то я попасть не могу. Ах. Квазар, падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не-не-не-не-не. Стасик, нет. Ну да. Нормально. Ну да. А что, только винтовки здесь появляются или наверху? Нет, тоже? Наверху тоже. Наверху тоже появляются. Ай. Меня бот убил, господи. Позорище как. И не говори. Что-то я совсем не понимаю. Мне вечно серый попадается. Ай. Еще. А меня наконец кто-то успел убить. О, третье место. О, я второй даже. Не четвертый. А к сундучку еще надо и ровненько попасть на него, да, я так понимаю? Ну, нет, не писал, у тебя в любом случае остановится, просто чтобы открыть сундук, у тебя должно быть 40 ключей. Так, пойду ты сюда, наверное. Клеточки с черепами тебя щелкнет. Это мягко говоря. Урон нанесет. Да. А еще можно вот так вот урон наносить. О, не надо. Да я ладно, запомню. Чё ты? Я запомнил. Правильно. Ладно, хорошо, я запомнил. Молодец, запомнил.
Я еще кого-нибудь сейчас на баклажан посажу. И то есть после каждого вот круга ходов, то есть мини-игра. Испытание. Да, да. Сходил, да, будет вот такое вот маленькое испытание, оно определяет очередность следующего круга ходов. Ну и там плюс бонусики всякие. Вкусные идут. Кладбище целое образовалось. Да, Юра прям кровавый у нас маньяк. А то ты первый раз. Да, прикольный игрок. Это злая штука. Жми готов. Я 72 сегодня на ней набил. И что тут друг другу мешать-то можно, нет? Нет, здесь не хватит машин достаточно будет. А сколько попыток? Пока времени не кончится. Кто дальше всех пройдет, тот. Вот ты, Шерман. Что за танк, а? И здесь картошка мешается. Так, и чё? Нормально. Господи, я набегу, понял. Нет сегодня. Да куда-нибудь. Ай! Танком придавило. Всех. Чё-то их все больше и больше, мне кажется, нет? А, машина, да. Я почти до верха уже добрался. А, так раз. Прыгать можно же еще, ёшка. Да. Я не знал, я первый раз просто добрался. Себе откровение, да? Да-да-да-да. Господи, 24. Я чувствую, я последний хожу. Да, я последний хожу. Боты нормально отыграли. Так, я второй. Я боты нормально отыграли. Да, я второй. Сейчас опять первый, да как так? О, поди, до верху добрался, тварь дикая. Один раз, да. Киловичок, что ли? Не, первый раз. О, задрот. А, задрот, ясно. Стасик, нет. Нет, да, Стасик. Да, покатай его на ракете. Нет, Че, сейчас Стасик кому-то очко расширит? Да. Так, понятно, один кубок взяли уже. Юра, пристрели его, пожалуйста, будь другом. У меня нечем пока. Ну, я, значит, его сейчас на баклажан посажу. Какой же ты злой, а. Опачки, а я только туда ушел, блин. Да-да-да. Жизнь, боль. Он еще и ключей поднял. Нормально. Ну, на баклажан я его посажу. Я вообще не тренировался, просто такое везение. Вот Саня его может долбануть. Вот этим вот шариком с улыбкой. Ты давай тут не подсказывай, кто кого может. А, ну он все равно... Ха, да-да-да-да-да. Вот прям бах его там. Так, ладно, понял. Как это работает? Ты подстрекатель? Я? Нет, мне за тебя заплатили. Практически. Так, а по итогу кто побеждает-то? Три кубка. А везде такие хорошие места есть. Ну, три кубка, либо 25 ходов. Да, ну, там по истечении 25 ходов самое максимальное количество кубков там. Награды туда-сюда. Ну, то есть в среднем это где-то часа на 2-2.5. Прикольно. Критические дни. Ладно, хоть и наверху. Да. Так оно коцает. Самое интересное. Сколько оно там бьет? 14, по-моему. Значит, я труп. Да. У меня 12. Да, я даже тебя бить за это не буду. А если умираешь, то что? Пропуск ходов? Возрождаешься, ну, теряешь часть ключей и возрождаешься на кладбищах. Че, Юра решил рискнуть? Ну, попал, да. Нормально, не устраивает. Так, а чё у меня? Чё у меня? Решил не прыгать? Он, видишь, он готовится к большому махчу.
Да. О, танчики. Так, используйте пушку своего танка, чтобы сбросить врагов в воду, не сажайте землю под ними. Ясненько, поехали. Типа червяка Джима, короче. Ну, играли. Вормс, вормс. Ах ты ж. Если утонул, то это все. Да. Ну, да. А че у нас кто остались? Я. Угадай. Да ладно. Он задрот, да. С ботом на двоих. Два ботяры остались. Нам надо было вот еще немножко подождать с тобой. Зато выиграл. Ну это успех. Ну, в конце за это отдельное, за максимальное количество побед отдельное. Чуть-чуть, куда эта штучка полетела? Нет, стоп, нет. Да. До свидания. Я все равно большой стол делал. Ну, в принципе, 5 нам. О, минус 2. Ох, там ключи. Юра сейчас там... А, нет, Юра не наберет ключей там. Не, а, не, смотри, Саня. Опа. А у меня такая же штучка есть. Вернется. Ты его догони сначала. Ну, он кого-нибудь другого. Там рядом только, да, работает? Да, ну там есть. На определенном расстоянии. Ну, может, обозначено красненьким. Баклажанчик. Ай, Стасика, ты там рядом. С кем? Со мной. С баклажаном. Ага. Ну, в смысле, с моим баклажаном. А не я баклажан. Ну, кстати, это надо уточнить у Вовки, чего он имел в виду. Ну, он там садовод, огородник, посадит тебя на баклажан. У тебя нет такого. У тебя вообще ничего не осталось. Только ходи. Ты меня, походу, забрал, да? Нет, это не я, это бот тебя тут. Оранжевый — это бот. Ограбил, так скажем. Мягко сказать. Вверх пойдешь. И направо подарок дадут. А этот самый... Море там вода не достает. Ну, ты. Вот и у него теперь баклажаны есть. Вы все с баклажанами. Вот этот сильный какой. Так, а тут что надо? Тут я сразу могу списывать все со счетов. Да, поехали. А как ехать? Уже. Ай. Да ё-моё. Пережал. Я, короче, тут это... Ай, упал. Бот первый, да? Само собой. Ну вот ботам везет на такие, они по алгоритму катаются. Ага, видел, я с одной на другую перескочил. Это читерство. Сколько надо кругов сделать? 3? А, да, по-моему. Дальше можешь или просто встать, или дальше, или кататься. А второй раз не получается. Ну, если потренироваться, то, в принципе, можно рулить-то. Да. Ну да. Я вообще не знаю, еду я, не еду. Да, все. А походу нет, он уже после третьего круга сам едет. Да, вроде нет. А я что-то не управлял им практически.
О, я еще лучше Вовы. Тогда. Чтоб этого с конусом, блин, не покоцало. А у него сколько хп? Да у него много, он бы остался живой. Он сейчас еще ключиков соберет. Надо его фокусить. Угу. Игра тебя услышала. Так, что у меня есть? Контрацептив колючий. Игра. Не знаю, что. Да ладно. А, у тебя и этих нет. А нафига ты его открывал? Зашибись. Игнорировать. А ключиков не хватило, да? Да у меня их еще много не хватает. Так, сейчас я хожу. Кактус тебе типа броню дает. А с баклажаном я сам тоже взрываюсь, я так понимаю, да? Нет, это управляемая бомба. Ты им подкатываешься кому-нибудь? Сейчас я покажу. Сейчас я покажу тебе. А у тебя, Саня, случаем моря воров нету? Sea of Tavis? Да. Нет еще. А будет? Возможно. Они завтра хотят они играть. Да, мы завтра хотели в нее это. Вот как-то так работает баклажан. Взял черного, отправил отдыхать. Ай-яй-яй. Осуждаю. Осуждаю. Да, осуждаю. Осуждаю. Ну, имеется в виду черный цвет, вот эту раскраску. Я думаешь, почему сказал вот этот с конусом на голове? А я что-то вообще не сообразил, короче, из меня твитчер плохой. Пробегите по невидимым платформам и сбежать. Ой, да ладно! Тут я, наверное, последнее место займу, у меня такое, как бы... памятью плохо. Я точно последний. Промахнулся? Да ладно. А чё я? Ай, а как этот пробежал? Да. Кто пробежал там? Бот? Бот. По диагонали как-то. Я точно не добегу. Я вообще просто на старт падаю. Просто чуть-чуть промахнулся. Ладно, короче, с тобой тут это. Да я тоже падаю там. Ждем, да? Ждем. Ай. Ай. Я все. Короче. Кто-то да, тут ну, достанался, да. А, я единственный из игроков добежал? Да. Да как так-то? Оп. Я, короче, нет. Блин. Я последний буду. Я последний буду. А я вот здесь вот не помню как. Нет, мы с тобой последние. Ну так какая разница? А нет, я нет, даже я предпоследний. Нет, я вообще нет, пятое место. Ничего, ничего себе, думал, третий, четвертый. А меня еще сейчас оранжевый чем-нибудь приходует. Возможно. А вам повезет, вас нет. Не-не-не, нет, он не доедет. Он еще и мимо, да? Никого не задел. Да. Это он кому-то сейчас хпшек подарил.
Сейчас оранжевый мини чем-нибудь это. Ну, нормально. А чё, только рушбайки, да? Беги вон сейчас, аннигиляторную пушку тебе дадут, или зайца. Нет. Ну, вот это тоже неплохо. А чё бочка даёт? А чё бочка даёт? Это нормальный прикол тоже. В следующий раз увидишь. Она жестко дамажит. Так. Ну, давай бы... Чё, надо выбрать кого-то или как? Ну, кому-нибудь подкатываешь его. И жмешь кью. Ну, нажимай. Сам себя можешь. Бах. Нет, двоих. Он не может. А не может, да? Двоих может. Нормально. Ох, что я насобирал тут? Так, сюда, наверное. Ага, еще и телепорт, еще. Ну, чуть-чуть не хватило. Да, один ход. Ну ладно, подарим так уж путь кубок. А ему а ничего. Кто уходит? Эй! Стасик был. Вопросов, говорит, больше не имею. Да-да. Я отомстил, я это, как его говорится. О, баклажанчик. Сейчас эти двое умрут, наверное. Не знаю, но мне... Ну, а, тогда нормально ключи сыпятся с них. Ну да. Да. Пошел он. Ауч. О, сосайт! Ага, поехали. Блин, тут опять же... Сосайт, ага, поехали. Так, а что делать тут надо, я так и не понял. Копать? Да, откопать их. А что копаем? Клад ищем. А где его искать? Где-то здесь, на дне. О, хорош бегать под сапой. А вы че все в одну кучу-то собрались? Я не знаю, что они. Так, я достиг дна, ага. А, да. Ну все, воу, выиграл. Или что, еще там есть? Нет, там еще можно кристаллики пособирать. Вот ну, место хотя вот, бы да. Узнать, да? А? Место хотя бы узнать. Они рандомные? Начнешь... Нет, каким начнешь кристаллики пособирать. Да-да-да. А, да-да. Ну я вообще ноль, я вообще нет. Ой, последний почти. Аня. Порт ему дали. Ты решил как его допинать, да? У него ключей много было. Ах ты, что? Вот сейчас это было, да, карма. Искупайся. А там ключиков оставил еще. Ой, я сейчас как раз вам побегу. Эй, это сейчас кто сделал? Это бот. Это бот. Я его запомнил. Благо меня добить пока ничего не может. Что-то передумал, да? Гадости делать. А, нет. Нечем. На одного же только, да, бочка идет? Да. Вот и кого мне вспомнить? Тебя или оранжевого? Лучше... А в смысле? А меня-то за что? За пчелок. Я же сказал, что я тебя запомнил. Там мимо было.
походи по тебе просто... проще просто сходить. Да, да, просто сходить и открыть. Так. Так, и куда упадет новый сундук? А, ну в принципе норм. Не, а обратно не смогу. Мне вообще идеально, да. Для меня идеально. Блин, там просто столько ключиков валяется. Ой. Ох, походу как будто хана, да? Напоил. И короче, это будет там раз какое-то время ему урон наносить. Ты до аптечки добьешься. Идеально, ну да я что же посмотрел, что еще и на аптечку туда. О, на реакцию. Бейте падающие объекты. А какую кнопку я что-то опять все посмотрю, просмотрю? Там одна кнопка. Мысли? Это боты набивают, что ли, больше всех? Вова. Чё, Вова? Я был от соседа битый. Когда она в кружочек попадет или когда нажимает? Да-да. Что, нихера не попадает? Тоже нифига не попадаю. Кто там, блин? Волой, каждый раз попадает. Я тоже только под конец понял. Я бы соседа битый, блин, оприходовал да, бы лучше. Я последний, да? Да. А бот-то он нормально попадал, чё нет-то? Ну, бота алгоритм. Им проще. Баклажан. Не, баклажан нормальная тема, когда в кучку можно запихнуть его. Ну да. А, он же еще юзать ничего не может. Воу, давай не меня. Я ладно, тебя... тут что ты мне похилиться надо? Можно ты было не... немножко. Ты наверное. Не похилишься. Ты зато больше соберешь. О, Вова, я тебя пожалел, ой, зря, ой, зря. Всё, вешайся. Я тебе говорю, вешайся, я тебя впустить буду. У меня еще рубаечка где-то рядышком есть. Смотри, зато тебе ключей дали. И забрали. Нет, не ключей. Нет, все равно ключей. Я его, по-моему, все будет в фокусе. Да. О, до меня дошло. А у тебя телепорт вроде бы мог там скинуть одного. Какого это одного? Красненького. Он не дойдет до этого. Я не дойду. Там уже план, да. Так. Нет, я тупо вот это вот не пробегу. Сейчас посмотрим. Так вроде бы изично, нет? Это начало. Изично. Начало изично. Буль. Кто буль? Я буль. Два раза.
три раза боль. Так. Фух. Че, пришел же, что ли? Нет. У меня там кто-то впереди. Оранжевый и чё? Ну, это было. Третий. Я четвёртый. Окей, пятый, значит. Если повезет. Короче, опять первый. Добежал. Причем один легкий бот, второй средний. Ну, то есть нормальный. Как... Как-то они одинаково вообще ровень-ровень бежали. Я хоть добежал. Давайте так будем говорить. Смог, да? Я рядом с сундучком же. Нет, там тебе длинный круг вроде надо делать. Да-да, ему длинный. То есть тебе можно телепортом с красным поменяться, и ты будешь близко с сундучком. А у меня он по низу снова не пойдет? Там у тебя будет это... Развилка? Ну, не то, что развилка, там вон стрелочки показаны, что... Серый забрал. А, нет, игру. Выбор мини-игры. А что там... А, нет, подобрал. Все красного забрал. Кстати, ему... Вот боту самое ближнее сейчас до ящика. Идеально. По-моему, не прошивает костюм. А вот если бы кинул улей, прошил бы. И у тебя хп много. Блин. Карма. Угу. Карма она такая. У меня все равно опять же ключей не хватает. Я что, в тот раз без ключей бегал пол игры? 30 или 40 надо? 40. 40, 40. А так у меня тоже не хватает ключей. Смысл тогда телепортироваться? Ну, чтоб красному не досталось, да, или боту. Да, чтоб ему не досталось, или боту. Ну, боту, ладно. Так же, как ты, тварь, боту говорит, ладно. И для меня-то зачем? Вон впереди бот. У него раньше ход будет. Он уж отбегался так-то. Так следующий. А Вове может сейчас прокнуть, что он достанет. А, и ход теряется сразу, да? Да. Ну ты может сейчас в следующем мини-игре, в следующей мини-игре выиграешь, и у тебя сколько там, 10 ключей вроде дается за победу, за первое место. Че, типа пожалел? На, карму. Вот я о том же думаю, надо было мочкануть кого-нибудь. Соси. А, блин. Ну, отпуклю, нажать. Еще драться можно, если что. Так что не забывай. Я бы даже сказал, нужно. Бот какой-то средний, вообще дикий. Он там просто ключи это все подбирает. Что какой-то. Странный, ужасный. Чего он 37 ключей насобирал? Кто? Ну, кто на первом месте? 42. Кто такой негодяй? Так, есть один задрот. Покажите мне его. Ткните пальцем у него. Я вроде второй. Норм. А, 6 ключей, первое место. Не спасло бы. Блин.
Ну, забирай. А, ну... тебе не хватает, да? Сейчас хватит, смотри. Сейчас угадай, кто полетит в воду. Оба. Да. Ну, один не просто в воду полетел, один вообще на кладбище. Оби надо. Ему ж еще, суки, хватило, а. Блин. Так мои ключики забрал. Я не специально, оно само. Ну, станет зато нормально. Ближе всех. А толку-то? А, у тебя 24 нет. Ключа осталось. Юрка сейчас ключей подшаманить может. Надеюсь, не только ключей. Телепорт отсосал. 97 ключей. Теперь я знаю, кого раскулачивать надо. Юра! Я мало того, что его это... обыкрал, так его сейчас еще и коцать будет. Я сейчас сдохну. Так это же... Да-да-да. А, кстати, где у нас сейчас этот сундук? Я чуть не посмотрел. А вот не скажу. Рядом с правым кладбищем. Так, чё тут? Недалеко от пушки. Я сейчас сдохну. С чем тебя поправляем? Ну, хочешь прикол? Да. А кто ходит? А, ты ходишь. Я хожу. А, ты далеко не убежишь от этого кладбища. Почему тебя жизнь не учит? Вот и уже друг друга мочат. Не, просто Юра, мне ключей надо было немножко. Ну, я тебя понял. Ох ты. Что делать? А, все, я первый умер. Блин. Ай, не туда. А, ну, считай, я тебе подарил победу. Юра, нет. Да. Ты, может, по большой дуге поедешь? А не важно, я тебя хоть как достану. Стасик такой, да, Стасик. Нет. Если он поедет на ракете... А, ну, Стасик, а, повезло. Да. Прокатил двоих. Один. Да ладно! Вообще везучий тип. О. А что это такое, кстати, вот это вот? Мини-игра. Давай, Юра, со мной. Нет. А, ну хотя... Хотя... А я уже не могу. Ну, следующим ходом. Посмотрим.
Вы вдвоем только играть будешь или что? Да, на кубок. Да, там за кубок играешь. Вот сразу же примастился, а? Давай, говорит, со мной. Привет, друг. Здорово. Что такое? Боты странно ходят. Так, мне надо вниз идти, по сути. Да? Два. Нет. Ну, у тебя не хватает ключей. О. Это, ну, такая игрушка. Ну, да. Ай, да ладно. Стасик, мы с тобой, я гляжу, везучие, да? А нет, ты еще живой? Я живой. Да, увидел, что живой. Это было два задрота, смотрите. Смотрите, сейчас два задрота. Ладно, один задрот. Хотел проверить, можно ли здесь бить и... Короче, нет, бить нельзя. Вот теперь я знаю. Почему я первый? Не, я пока играть не буду. В смысле ты не будешь играть? Я с ним не играй, играй с ботом лучше каким-нибудь. Да, я тоже об этом же. Проиграешь боту. Да и пофиг. Помню, какой есть ничего из них легкий. Спасибо за ключики. Найпер хуя. Я надо было, наверное, все-таки тащить этот снайп. Ну да ладно. Твар. Твар. О. Окей, все ключи собрал. Твар. Я без ключей пол игры хожу. Так и есть. Без ключей пол игры хожу. Зато с двумя кубками. Привет, Стасик. Это догонять начал там моему сундучку. Отклонить. Не хватило. В самый раз. Блин, одного не хватает. Надо выиграть мини-игру. Ну, смотря какая будет. Не, все равно... Хотя любая, даже из последнее место, займу один ключик-то дадут. Ключи-то фиг с ним. А то, что тебя кому-нибудь попадется телепорт, тебя просто телепортируют. И... Засада. Стоп, он же вроде на своей был. Нет. Он на Саниной был. Да? Себе все. Да. Надо было ключики сделать, ключики падали. Хотя они и так падают. Не, как больше народу, то все равно как бы интереснее играть. Конечно. Ну, в плане живых.
Одна жизнь? Нет. Тут, когда все натренируются, потом так сложно будет играть. Да. Ты твар белый. Я ничего не делал. Да кто там у меня постоянно стреляет? Ну, ты смотри, у кого больше всех очков. Кто там выиграл? Белый твар. Наивный. Я думаешь, просто так кактус одел? А ты мне зачем? Мимо этого. Да, действительно, что-то я даже не зацепил. Странно. А он мимо клетки стоял. Ну, может быть, из-за этого. Отлично. А, чё, тюрьмы-то еще не было, да? Ой, какой... сколько у меня ключиков. А толку-то вот у меня тоже много. Не-не-не-не-не. У тебя все равно, говорит, ключей не хватает. Всё, мне хватает. Что там началось-то? Ну, у тебя уже есть один кубок, так что не жадничай. Продлеваемый. Так у тебя нету и смысл начинать-то. Чё мне есть? Ни хера у меня нет. Ключики зато соберёшь. И отдашь. Да-да, мне ещё причём. И а как вас теперь различать? Ох ты! Юра, опять 4 дня? А, это типа дедлайна на как бы так, онлайн? Да. Ну, типа такого. Типа трона. А где я вообще? Наверное, короче, сами убили друг от друга. Я вообще не понял, где я находился даже. Слово. Тут три заезда. Ой, я сам об себя. Ай, блин, я сам об себя. Сложная игрушка, сложно. Хотя бы ники где-то не подписывались. Не, вот в этом-то и интерес. Ай. Блин. Да, друг друга. Убились нафиг. Ой, я посмотрел. Я на третьем месте. Ладно. А, вы меня еще тут знать можете. Не забрать. Мы ничего, походу, интересного-то не дали. Ха-ха, Вова, ведь. И чё? Ну, я в кактусе не зря был. Ну, теперь вас различить можно. Так он, дурачок, из себя же кактус снял. Ну да. Ты так. Не можешь отсосать. Давай, встань на колени. Белый парень. Они ему не нужны. Звучит осуждающий. Да, кстати, это как-то... У них же сейчас принято там на колени вставать перед этими. Давай лучше не будем вообще на эту тему.
Но мне интересно, будет ли что-нибудь на Твиче. На грани такая. Но... А, не, все-таки кубок мой, да? Так, скорее всего, нету ни у кого ничего нормального. Играй со мной. Сейчас прикинь, ноль. Игнорировать аж. Игнор. Так, сейчас вообще в другом конце. Да. Это я не знаю. Нормально. Я так хотел туда повернуть. Я хотел туда повернуться. В общем, надо это. И рука куда-то, короче, убирать в другую сторону карты. Не надо. Ему что-то чересчур по пути. Кого? Кому по пути говоришь? Юрию. Юрий. Ну да, есть мишка. Зря оно денег стоит. Ну, в смысле, ключей. Да? Да, он все равно держит ключи, по-моему, туда берет. Да, я тут насобираю сейчас, после бота. О, вот эту я игру вообще не понял. Как тут распределяться, она у меня так и не сработала. А удерживать и направлять. Удерживать надо. А я же не удерживал, я нажал. И все. И зафиксировать пробелом. Спасибо. А, кажется, он перехает. А, то есть убираешь направление и... Да, да. Хлоп. Так, еще один, да, получается? Да. Вот, выигрывает. Ну, Вовка, сейчас это я жулик. Пойду со мной. Наверное. Нет. Только ты, Стасик. Ну, я живем. Просто два раза вот максимальное количество ключей взял. Дали тебе просто. Дали. Один раз вообще все мимо этих ключей прошли. Я потом только увидел, что там вообще какие-то ключи еще есть. Точнее, на втором ходу. Достану, не достану. Так, ПР посмотри. Направление выбираешь, оно как бы не показывает какой-то выбор. А там сжать надо просто. Ну, типа... А, жать, last. Когда пробел нажимаешь? Ну да, то есть жмешь, ну то есть там, к примеру, W, нажимаешь пробел, и так дальше жмешь W, к примеру. Ой, он меня сейчас там это... Что-нибудь сделает мне. А чё ты? А чё ты? Сыграй в игру. Сыграй в игру. Турма. мини-игра. Че выбрал? Среднюю, скакать под лазер. Да. А че ты расслабленный эту? Кей везет в ней. Ее нельзя брать. Это, по-моему, единственная мини-игра, в которой мне везет. Причем два раза подряд. Нет, тогда в первый-то раз я на втором, что ли, месте был. Ну какая фиг разница, я вообще умер оба раза. А, она еще ключики не берет, когда в кактусе. Нет, это твои ключи. Твои ключи. Ключи. Ты их повторно взять не можешь. Я понял.
Чё, кстати, нынче мало кто умирает людей. Это ты к чему сейчас? Нет ничего такого. Не достанешь. Да, не до кого. Вот до Юрки достанешь. Нет, до меня тоже не достает. Ни до кого не достает. Угу. Так, отлично, у меня есть шанс еще один кубок сразу зарубить. Ну да, тебе подфартило. Вот у меня, кстати, было поехали, а потом, когда начали снизу нажимать поехали, у меня осталось ожидание. Я даже специально посмотрел эту фигню. Я себя потерял, короче. Я тоже вообще просто мигом потерял себя. Оно что-то какое-то жесткое, да? Да, да. С самого начала причем. Ай. Ааа, да, Саня. Бот все-таки выиграл. Да, о, а серенький-то сейчас катать будет. Поехали. Он сказал поехали, он махнул ногой. Да, походу Юр Тиранов. А, у него ключей не хватает. Вот это вообще обломно. Да, это ему не повезло. Ничего не используйте, кактус летит. А, блин. Зря, зря ты сделал так. На Е отменить можно было. Надо было в край в самый до лесенок кинуть. Оно бы вниз скатилось. И того бы закоцало. Надо еще будет посмотреть какие-нибудь маленькие карты. Есть, наверное, же маленькие. А есть маленькие эти. Новогодние, по-моему, маленькие. Ну вот, ее можно будет потом, если сейчас, это смотри, быстро тюрьма. Закончится. Турма, вот. Нет, не турма. Телепорт. Да телепорт. Ладно! Ну да, ему даже хватает очков. Точнее. Ура! Так я только что тут был. Так вот он и есть закон подлости. У меня была мысля оранжевого этим магнитом чпокнуть. А мне надо было прыгать на ту сторону. Так, до рейнджера, блин, не достает. И тебе сейчас быстрее все равно прыгать. О, хорошо, что у него 6, а не 7. Это да. Сыграй. Он не отстанет. Он меня сейчас долбанет чем-нибудь, я так чувствую. Да ладно, вдруг кубок возьмешь, Юра. Все по-честному, 2 кубка. Нет! Да. Парь, бешеная. И на перерождение. А, не, у меня еще кочинка есть. Держите корону, чтобы взорвать. Дайте так, корону поносить. А-а-а. И кто типа последний, тот и это, да? Нет, там пока ее носишь, у тебя очки капают. А-а-а. Здесь, у кого корона? Где корона?
У меня две. Дайте поносить. Сука, какая. Блин, а. Ну как-то тяжело это, если честно, было. Будто нормально нас нагрели. Угу. А помнишь, как они этот просто тупо по алгоритму вычисляли в этот с бомбой-то? Угу. А, ну да. Ныкайся, не ныкайся. У тебя один выбор. Ах, не видно. На тебе за это. Он здоров. Не свезло. Угу. А не достанешь. Ну, а вдруг просто попробовать. Ну давай, вот, иди. Че, вот? Однёрочек. Статика прокидывать. Но... Фокус, словил много. Фокус. Кстати, да. Ну я же это для вас стараюсь. Мочите быстрее... Стасика, мочите Стасика. Быстрее закончим, быстрее другую карту начнем. Ну так, неинтересно. Интересно, интересно. Другую же карту интересно посмотреть? Нет, интересно. Карту интересно, но проигрывать не интересно. Так. Наоборот, буду проигрывать. Кто, интересно, акулой будет? Фу, походу я. Да. Угу. А где я? А сейчас начнется. Прочтите, помните, где вы находитесь. Все, ты акула. И что нажимать? Как есть? О. Сверху, сверху, сверху. Что-то она как-то странно выпрыгивает. О, минус один. Чё, кого-то поймал, что ли? Ну, кровавый пятак какой-то. Да, кого-то он сажал. Бота видно. Я себя потерял. Или меня сожрали? Я не понимаю, как она жрет. Эх, по-моему. Меня сожрали. Меня, походу, тоже сожрали. Я просто себя потерял. О, еще кого-то сожрал. Второго сожрал. Оп. Ах ты.
Я нашел тебя, я был в углу справа. Устроил им тут кровавую баню. А, все понял. О, я тоже, оказывается, там приныкался, где-то воткнулся. А почему мне баклажан? Сиди на нем теперь. Им главное телепорты, а мне баклажан, да? Мне не хватит очков. Мне не хватило очков. Да-да-да. Юра, баклажан в помощь. А я далеко. Он нет. Рядом. Ты докатишь его. Он не должен взять его. У него 19 хп, по-моему, с баклажана ты его должен выщелкнуть. Нет, 5 хп. А мне сейчас кому там дали вторую боту? Еще один телепорт. Меня сейчас просто телепортируют. Юра вправо. Там аннигиляторная пушка. Или я кролик. Я тоже уже посмотрел. Блин, так обидно. Одно кролик! Очко. Кролик! Вы выпускаете кролякина. Это кролик? Да. Там кролик. Ты сейчас увидишь просто прикол кролика. А вот смотрите, бот сейчас возьмет. А, нет. Нет, бот. Нафига. И игру. Нет. Да. Ну, все равно Стасика надо это фокусить. Так я знаю, да не, зачем? Ну ничего, ну зачем? Это... Ну почему? Ты же хочешь увидеть, как кролик бегает. Блин, мне нечем. Винтовка не достанет? Нет, не достанет. Ты по мне напромахнется, не? Ну, прекращай давай, а. Воу, ты ж понимаешь, что ты сейчас тюрьму сорвал. Да. Так, у меня что есть? У меня нихера нету. Нихера у тебя нету. Будем надеяться, что бот сагрится. Так, наверх нет смысла. Да и по низу сейчас нет смысла, все равно там, наверное, раньше меня придут. Ракетка. Ну это на следующий ход. Тебе надо выигрывать ход. Так, и вы тут на меня, да, что-то грешили? Да, ну у него-то вообще ничего нет. Пузли. Давай, Юди. Если бы они сейчас не глюканули. Да, сейчас, смотря кто где. Смотрите, я соображу. F вращать. Хотел забрать. F или Q? Ну, у меня F. Кто-то со мной. Ты что, Стасик, первый? Да. С тобой бот? Да. Не бери кубок, Стасик, не бери кубок. Увидишь, что такое кролякин. А не, возьмем что, следующую карту, потом посмотрим. Он очень редко выпадает. Не. Надо было выигрывать. А он глюканул на моем поле. У него, короче, почему-то вот слева внизу, на его поле. Собака сутулая. Ну что-то час 20 на карту, мало. Да, быстро.
Даже меньше сейчас 20. Сейчас. Сейчас скажу, сколько. Час 18. Час 19. Ну, мы перезапускали еще. Ладно, подожди, сейчас посмотрим, кто тут. Че, еще карту будем? Маленькую? Да, будем, да. Маленький перерывчик 5 минут сделаем. А, да, я пока карту создам, там все это сделаю. Ну ладно, попить тоже скажу. Вот это... Нанесено урона больше всех. Полученных ключей больше всех. Явно бот какой-то. Нет. Выигранный мини-игр больше всех. Это задрот насмешный. Нет, бот. Нет, бот. Надо еще добавить категории. Кого категории? Награждение. А где это? В настройках тоже есть. К сожалению, в этот раз победить не получилось. Но все равно спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий приветствуются. Также переходите на канал ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всего доброго, до встречи в новых видео.